На мой взгляд, хороший медиатренер должен обладать несколькими навыками. Ну, на первое место я бы поставила умение строить коммуникацию, это туда и умение слушать входит. А на второе место я бы поставила аналитическое мышление, умение учиться, потому что это то, что необходимо для наращивания мастерства и постоянное изучение нового материала. А далее я бы поставила, наверное, такое качество, как саморефлексия. Это то, что поможет удержаться от ошибок, поможет... в первую очередь, тренер должен быть критичен именно к себе. Далее, наверное, такие качества, как организованность, поскольку эта профессия невозможна без того, чтобы ты правильно мог работать собственным временем. Как воспитать в себе? Тут, наверное, речь идет о постоянной работе над собой. Но я ничего нового здесь не скажу. И здесь, опять же, помогает саморефлексия, потому что ты отслеживаешь свои реакции на людей, как ты делаешь. Это внутренняя дисциплина. Это только вот практика и постоянная работа с собой.